Сегодня я приехал в прекрасную Монголию. Раньше было несколько приглашений приехать сюда, но в связи с тем, что ситуация не позволяла, визит откладывался. В целом Монголия и Тибет издавна, еще до буддийских времен, были связаны дружественными отношениями. Поэтому по мере развития буддизма эти отношения углублялись. В связи с распространением буддизма отношения учитель-ученик в наших связях стали очень глубокими. Но не только эти отношения становились все глубже, но углублялся и взаимообмен наших культур. Далай-ламу III Санам Гьатсо монголы пригласили в свою страну, преподнесли ему титул Далай-ламы и уже много лет поддерживают эту религиозную связь. Сегодня Монголия быстро развивается и достигает больших успехов. В то же время тибетский народ развивается, сохраняя свою культуру и традиции. Если в наше время, наряду с использованием современных достижений науки и техники, мы сможем не потерять гуманистические традиции любви ко всем живым существам, как к родителям, братьям и сестрам, в этом качестве мы сможем превзойти многие страны мира. Я очень рад вновь встретиться с монгольским народом. Сейчас здесь очень холодная погода, но я желаю всем монгольским верующим в душе хранить теплое дыхание, сострадание и мир.